Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 50. На рисунке 11 часть линии, соединяющей точки С и Д, закрыта. Является ли эта линия отрезком? И проверить это нужно с помощью линейки. Давайте воспользуемся вот такой вот линейкой. И чтобы проверить, является ли эта линия отрезком, давайте расположим нашу линейку следующим образом. Вот так вот расположим линейку и видим, что все части линии, которые нам видны, которые не закрыты вот этими прямоугольниками синими, находятся, то есть полностью совпадают со стороной линейки. Значит, они, эти части линии, в итоге образуют отрезок, то есть точки С и Д соединены отрезком. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.